КФУ стартовали тренинги и семинары по мультимедийной журналистике. На мастер-классах преподаватели вуза, блогеры и журналисты учились делать контент интересным и интерактивным. Мультимедийный бариста – так называлась первая лекция Оксаны Силантьевой, ведущего тренера в сфере массовых коммуникаций. Уникальность ее идеи в сравнении журналиста с баристой, а материалы СМИ с самым обычным кофе. Используя метафору приготовления кофе, участники встречи разбирались, что основа мультимедийного материала – это эспрессо, а обогащенный интересными фактами текст – это как кофе с молоком. Они любят эспрессо с молоком, со сливками, с пенкой. Точно так же журналистские материалы. Просто вот этот сырой материал «Кто, что, где, когда» он нужен очень малому количеству людей. Людям нужны интервью, комментарии, инфографика, объяснения, помещение в контекст. Как известно, в современном мире человек воспринимает все комплексно, поэтому в своих публикациях журналисту необходимо уметь грамотно использовать видео, фото и аудио, находить интересные истории, которые захватывают внимание пользователей. Самый главный лайфхак – это ищите героев. Потому что людям в медиа интересны другие люди. Поэтому ищите, смотрите вокруг, находите нестандартных героев, тех, которых не попадают на ленты новостей. Образовательные лекции по мультимедийной журналистике проходят в 23 городах России. В Казани они продлятся еще 3 дня. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.